Международный конкурс – это вообще всегда испытание для участников. Большое испытание, потому что помимо голоса, помимо умения подать трудную программу большую, это надо поучиться, долго учиться. И, конечно, вот каждый раз я вот поражаюсь, что очень хорошая школа у вас, что помимо и русских, и из других стран, и корейцев, китайцев, очень хорошо показываются ваши студенты. Значит, вокальная школа правильно поставлена, значит, хорошие педагоги работают, понимают, что делать. Езжу в Милан 2 раза в год, я там работаю. Но там, конечно, сейчас уровень очень такой, желает, не могу сказать низкий, но желает большего. Потому что если студент 3-го курса приходит и не знает вообще никаких основ, у нас это уже профессор почти, почти готовый певец. Вот у нас в консерватории и также и здесь. Поэтому я считаю, что просто нет педагогов, понимаете. Хороший певец – это не значит хороший педагог. Наоборот получается. Чем лучше певец, тем хуже педагог. Потому что, видимо, ему столько дано своего, что он не понимает, как же это передать ученику.